Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Давно его не было, не спорю, давно его не было. Мы проходили чуть другие игры с вами. Можете посмотреть на канале. Вот, чуть другие проходили с вами игры. Dead Space 1 мы с вами проходили. Первую серию, говорю, вам зашла игра. Игрушка интересная, чуть по-другому сделана, поэтому посмотрим, что в итоге по сюжету будет, да? Потому что же поудобнее надевать блядь, пиздец, только что прям чипейте, копейте или пить воды. При этом просмотр мы, собственно, начинаем. О, привет! Пошли мы с вами до сюда вроде, да, вот до сюда мы с вами прошли, то есть совсем вот, блядь, чуть-чуть. Так, нам next. Ой, не то, вот так. Подожди. Точка. Верстак. Магазин там. Задача. Точка. Сохранение, видимо. Точка. Вот это все не было. Прикольно. Верстак. Магазин там. Окей, ну погнали, а что? Что там было написано? Подожди. Если я не понял просто, что, блядь. Let's go, let's go. Превращайтесь, да-да-да, это я понял уже. Пока не появится голубенькая. Понятно. Я понял, что нужно делать. Все, я понял, что нужно делать. Блять, что нахуй? Давно в эту игрушку не заходил. Прям реально давно. Все, я потише, наверное, сделаю. Музыка. Все равно громко. Одна и та же хуйня, чё, блять, я не пойму, блять. Поехали. А со временем восстанавливается, со временем восстанавливается. Текстовое. Стазисный кокон 00056784 заменен тахионный узел.
Размагничена катушка излучателя, откалиброваны вилки Гейзенберга. Индукционные катушки все еще работают в разнобой. Начал тест целостности матрицы. Сообщил диспетчер об отмене следующего ордера. На эту работу идет весь день. Хорошо. Нам скинуть туда. Блин, давно я сюда не заходил. Там реально давно. Прям вот реально давно сюда не заходил. Подожди. Патрики нам пригодятся с тобой. Мать. Новый что ли какой-то монстр? Новый монстр чешу. Странновато здесь. Погнали, чё. Какого хрена? Надо мной калмаз возьми. Блять. Это как бы такая сихоня. О, ну. Слышь, блядь. Давай не будем. Так, чуть-чуть что-то как-то да. Большая локация. Ну, понятное дело, что здесь какие-то лут есть. Я же говорю. Раз. Текстовая. Ой, ебать, читать. Председатель Донован, это доктор Брукс. Я неоднократно уже говорил об этом, но вынужден повториться. Мне не нравится та атмосфера секретности, которой окружены новые лаборатории психиатрического отделения. Прошло 3 года, а у нас нет ни и намека на то, что происходит. Подобная секретность неуместна в открытом и свободном сообществе. Их компьютерные сети настолько изолированы, что мы, даже говоря уже о том, чтобы убедиться, что никто не совершает неэтичных действий прямо под нашим носом. Если в ближайшее время мы не получим разъяснений, я обращусь напрямую к Тейдману и потребую провести тщательный пересмотр подобной политики. Доктор Брукс, конец сообщения. Понятно. Понятно то, что непонятно, знаете ли. Ну, прикольно, прикольно. Здесь прям прикольно если сделано. Осторожно, используйте кислород. Огня опасно. Не курить. Хорошо. Блять, что это нахуй? Включается, блять, включается. Да. Мальчик. Я знаю, что ты там, блядь. Не спишь, блядь. Расгерметизация.
Прикольно сделал, ну хорошо. Повреждение корпуса устранено. Охуеся, ты видел? Так, сохранялка. Все, добрый вечер. Здесь будет спокойненько, скорее всего. Да, блядь, спокойненько нахуй. Видал такой хэдшот на шоку? Сука, вот подъебка, ребят. Видел, даже я сказал, ну спокойненько. Я сказал, потому что в прошлой части это было прям спокойненько. Прям было спокойненько. Ссылка в описании на плейлист, там, на первую часть данной игры. Посмотрите, прям прикольно, потому что понравилось. Блин, я думал спокойненько будет, а в итоге-то хуй. Давай, магазин, let's go. Добро пожаловать в Microstore, инженер CEC Айзек Кларк. Переключаемся на инженерный интерфейс CEC. О, ебать, это что? Быстрый клепанный молот. Новое оружие добавили, слышь. Ебать, что нахуй? Дополнительный урон оружия, детонатор, снайперская винтовка, импульсивная винтовка, наносит на 5% урона. Ноль. Бля, смотри, что добавили. Силовой резак, лазерный пистолет, огнемет, дритокометр, дротикомет, силовой пистолет наносит на 5% больше. Ага. Так, это мне интересно. Дополнить 15 к уровню здоровья при использовании аптечки. Наверное, больше брони, ваш X. Ну, понятно. Но здесь тоже 15 человек. Базовый комплект содержит минимум 15 человек, рюкзака и 15% брони. Ваш X будет поддерживать все имеющие улучшения брони и рюкзака. А дополнительный урон оружия есть. Детонатор, снайперская винтовка, импульсивная винтовка. Наносит на 5% больше урон. Вернусь к длительности действия. Стазиса. Действие стазиса. Ага. Здесь действие. Детонатор, силовой резак и лазерный пистолет. Огнемет. Процент, ну, специально. Мне прям вот интересен, знаете что? Мне интересен вот этот. Вот этот интересен. Вот этот интересен. И где он? И вот этот интересен. Давайте я возьму, наверное. Сейчас я возьму, наверное. Охранник комитета. Давайте возьму вот этот. Посмотрим, что говорит. Я думаю, там можно же будет, да, поменять? Можно же будет поменять в любом случае. Я надеюсь, по крайней мере, надеюсь, что можно поменять. Что дополнительный урон очень нужен. Хотя броня. Ну там везде плюс 15% брони и что-то еще. И КПшки тоже плюс 15%. Нихуя, другая броня. Бля, ну прикольно выглядит. Нихуя, ты посля какой. Бля, какой, посмотри. Так, а сейчас, если посмотреть. Они бесплатные? Да, они бесплатные, абсолютно. Все же бесплатные. Нет, такой этот костюм инженер, базовый, а? Ну это базовый, он, видишь, те же 1000, блядь. Он 1000 стоит, остальные все. Бля, ну дополнительный урон, это вообще ебанешься, слушай. Но мне, блядь, интересно этот силовой резак еще, блядь. А, тоже? Слышь, смотри, они бесплатные, что, блядь? Кого? Улучшенный силовой резак. Силовой пистолет карателя. Самосолка спецназа, блядь. Для птичка прибить, что, блядь? Огнемет неинтересен, улучшенный детонатор. Что это, блять, вообще? Литой лазерный пистолет.
Ну вот и винтовка импульсивную нахуй сразу, блядь. Мне не интересно вообще. Труборез тоже, блядь, такой. Ну, прикольно, блядь, но... Я ходил, помните, потом, да, с винтовкой ходил и с рюкзаком, или как он называется, вот силовой рюкзак, да, вот с силовым рюкзаком я гонял тогда. Улучшенный лазерный пистолет, опасный лазерный пистолет, что, блядь? Дротикомет. Литой плазменный рюкзак. Вот, с этим, наверное, да? Быстрый плазменный рюкзак. Бля, все бесплатно, ну смотри, давай. Вот это мы возьмем, да. Посмотрим, вот это сейчас что-то такое. Да, какие-нибудь новые посмотрим сначала с тобой, давай. Посмотрим новые, и потом я выберу. Посмотрим сейчас новые, да, я выберу для себя потом, который мне нравится больше. Так, это что у нас? Это что у нас? Какая-то хуйня. Ага. Но это слишком долго, слишком долго. Слишком долго. Хорошо. Это наш. Хорошо. Этот молот какой-то, блядь, смотри. Нихуй. Слышь. А вот это? А, то есть обратно? Это прикольная фича, окей. А вот это? Интересно. Интересно. Не спорю. Вот это прям интересное оружие добавили. Давай-ка мы сейчас с тобой уберем вот это. Так, сейчас для себя выберу, что мне, наверное, больше нравится, да? Вот это посмотрим, что это такое, да. Вот это посмотрим, что это такое. Ну, огнемет, он, наверное, ебаный, да? Что такое лучший силовой резак это был? Ну, а посмотрим. Это у нас что? Снайпа, наверное, да? Да, это снайпа, но не такая, которая была реально раньше. Это огнемет. О, нормально, хорош. Ну, это наш. Это. Интересно, нет, интересно. Бля, все интересные оружия. Ну, с ним нужно просто со всеми поиграть. Со всеми нужно поиграть сначала, в любом случае. Типа, блин, я так и выбирал в прошлой части себе оружие с Виктором гонять. Блядь, подожди. Я же, помните, в прошлой части также выбирал, да, себе оружие. Блядь, что я нажимаю? Я просто сейчас также вроде выбирал оружие себе. Так, ну, в игре. Так, быстрый клапанный молот. Мы посмотрели, что это такое. Детонатор спецназа, да, посмотрим, что это такое. Так, это посмотрели, молот мы посмотрели. Труборез, труборез. Быстрая импульсивная винтовка, да, посмотрим. Я вот с этим гонял видео. Лучший лазерный пистолет. Так, давай посмотрим. Это у нас, ага. А, ну это мы, это... А, ну это мы смотрели, это молот, да, ебучий вот этот. Так, вот это чё? Ну нет, он беспонтовый. Какой, каким, какой был, такой остался. Хорошо, хорошо. И винтовочка как-то изменилась. Ну да, по-другому. О, по-другому выглядит, по-другому.
от Мумина. По-другому, да, сыр, по-другому. Ну, просто часть у него прям была беспонтовая максимально. Так, ладно, вот это мы убираем. Убираем с тобой. Ну, тоже. Убираем, погнали дальше смотреть. Сейчас, ребят, давайте посмотрим, что у нас, в принципе, с вами за оружие, да? Альтернативный гон. О, блин, смотрите, разные вариации есть даже. Ну, это, наверное, самое жесткое. Вот это самое жесткое. Урон. НДЖ. Так, а чё мы здесь? Это мы взяли. Дротиком мед, блядь. Только что, наверное, смотрели мы с вами, да, его? Но урон альтернативный. Литой плазменный. Резак. Два, у нас с тобой два, да, есть? Два же, да, у нас? Да, два у нас таких резака. То есть вот наш основной. А вот. Они отличаются, если что. Смотри. Как будто бы. Ну ладно. О, вот у нас, который я играл. Помните? О, как хорошо, вот не я играл, да. Дротика мед. Что, в общем-то, будем делать? Давайте-ка выберу сейчас оружие. Подожди. Давай вот так с тобой сейчас сделаем. Я выберу оружие, да? Давай выберем с тобой оружие. Так, ну, с чем бы поиграл бы я сейчас? Это нет. 100% мы берем с вами вот эту тему. Что такое НДЖ? Давай, вот это возьмем с тобой. Нет. Дай-ка посвечать еще раз для себя лично. Угу. Нет.
Ну, Ворм, вот эту тему. Я еще поменяю в любом случае, наверное, свой выбор. С выбором в любом случае поменяю. Так, хорошо. Давай сохранимся с тобой и let's go, чё. Вот, просто я хочу позатестить, что как вообще работает в бою. Ну, это самое, с которой я играл. Это снайпа. Хорошо, let's go. Похоже, да? Как в первой. Как в первой части, ребят. Бля, ты с первой части или что, нахуй, я не пойму. Как будто бы с первой части, реально. Локация-то. Ой, бля, вот это мне не очень нравится. Добро пожаловать в крыло скорой помощи станции Титан. Это мне прям вообще не нравится. Все потратил сразу же, блядь. Сука ебаная, блядь. Господи, ну и злобная была тварь. Дейна, я выбрался из госпиталя. Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды 7 и притащил сюда, чтобы изучить. Много монстров, где я, блядь. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Ну. Здесь снова какие-то монстры появились, видел, блядь? Не доверяю, нахуй, я так буду ходить. Ну, такие лайтовые пока что. Ничего вкусненького нету? Есть. Опа. Здесь прикольно сделали, разнообразили костюмы, оружие другое добавили, прикольно. Только жалко, мало патрон, конечно, но прикольно. Глава 2. Вторая глава. Говорит Соренсон из CVC. Отсекайте им конечности. Это единственный способ остановить тварей.
конечности и слабое место. Связь не работает, так что передайте эти слова всем, кого встретите. Ладно. Вместо вот этого я бы взял что-нибудь другое, наверное. Чтобы, наверное, чтобы взял. О, ебать, да ну, они стоят теперь денег? Охуеть, прикинь. Что бы я взял вместо дротиков, блядь? Наверное, вот это бы взял попробовать. Как раз так и возьмем. Вместо этого хуйни. Возьмем. Тех здесь нету, да, до сих пор. Так вот сделаем с тобой. Пусть будет так. Так. Здесь больше никаких ништячков, там вообще ни ништячков нету. Верстак, вот это интересная тема. Интересная тема. Лазерный пистолет улучшенный, снайперская винтовка, спецназ, детонатор спецназа. Объем 100% нужно ебашить. Ну и давай вот эту тему. Тоже урон качнем. А что, сохранялки нету здесь нигде? И шо? Ладно, let's go дальше. Сохранялочка, я вижу. Это была сейчас опасная тема. Баный рот, блять. Так. Наверное, посмотрим. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Снялку вижу. Сейчас посмотрим, что там такое. Давай потратим один раз. Я хочу посмотреть, что там такое. Можно купить их? А, нет, нельзя. Ну ладно, ну ладно. Погнали, что-то сохранимся с тобой. Внимание. Говорит директор Тейнман. Общая тревога по станции. Черно. Черно. Я их отдал в стирку. Так, ну чё, let's go дальше.
собственно. Пока что есть такое, что... Опа, вот это мне очень нужно. До свидания, всего доброго. О, как тут хорошо, слушай, здесь прям довольно-таки реально хорошо. Текстовое сообщение. Ой, ебать. Секретно, только для внутреннего использования, не пересылать. В связи с кризисной ситуацией на рынке разработки планет, показатель безработицы на станции Титан вырос до 9,5%. Последствия инцидента с Шмурой продолжают влиять на добывающую промышленность. В частности, компании, предоставляющие различного рода услуги, закрываются одна за другой. Таким образом, условий для дальнейшего развития планетарных разработок становятся все меньше и меньше. Тем не менее, станция... Титан все еще генерирует некоторую прибыль, в основном благодаря грантам комитета, выплачиваемым на научно-исследовательские изыскания и разработки. Организация обеспечения и обслуживания колонии смогла преодолеть последствия кризиса, поскольку в правительственном секторе наблюдаются некоторые движения. Между тем, доки для планетарных потрошителей корабельный флот, горное оборудование и товары для промышленности продолжают быть крайне убыточными. СЭС смогла частично компенсировать траты, сдав аренду исследовательскому департаменту комитета свой комплекс. Понятно, нахуй. На всякий случай, давай сохранимся. Так. Let's go. Погнали, блядь. О, добрый вечер. У вас патрон остался, пиздец. Ой, блядь. Ребят, ну... Учитесь, пока можете, знаете. Учитесь. Правильно такое. Но это уже, блин, это все было, блядь, уже. До этого. Я уже все это. Уже все это мы видели сами. Уже все это было, блядь. Так, давай-ка. Не, вот это попробуйте сейчас. Поехали. Ну, естественно, блядь, да. Блядь, что это сейчас было? Что это за... Айзек! Айзек, сюда! Кто ты? Это все лекарство, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, берегись! Мани. Она ворон вот эта тема, мне интересно она. Куда нам идти? Да, да, собственно, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Может, какие-то здесь прикольчики для нас ставили. Блять, это камера, блять.
пути, сейчас же! Ух ты, блядь, тварь! Прикольно, вот эта тема прикольная. Если вот не понадобилось. Бля, я тебя испугался, что это за хуйня сейчас была. Ну, естественно, блядь. О, красный нам появился. Тварь ебаная, блядь. Блядь, что он там делает? Интересная тема. Так. Блядь, а чё они все... Чё они в одежде, блядь? Что не в одежде? Почему не в одежде? Почему не в одежде вся? Странная, блядь, тема. Дело еще специально упал, мы подошли, она такая... Упала, блядь. Ладно, погнали, блядь. Ожидаемо, ебать. Как вам? Все хорошо, ребят? Это прям охуенное оружие. Ой, блядь! Иди нахуй, блядь. Вот это прикольная тема, это как ловушка, понял? Как ловушка действует. Интересно, интересная тема. 12 патронов осталось. Давай вот это попробуем тему поиграть. Пока опять большая локация, смотрю. Сообщение, давай. Ох, ебать. Держите, кому нужно прочитать. На паузу ставьте. Очень долго читать. Очень долго. Но хотя, если вам ее любят интересно, пишите в комментариях, если вам интересно, что я читал, я буду читать без проблем. Буду читать вам без проблем. Птичка есть. Лифт, там лифт. Поехали, чё, в лифт. Снайпер, блядь.
Повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни Кассини. Пуэна. Черт! Пуэна, ребята. Давай, блядь. Да-да, блядь. Расскажете. Давай мы тут сохранимся. В следующей серии как раз пойдем это и все сделаем. И так серийка длинная получилась. Спасибо за просмотр. Вот такая серийка была. Блин, игрушка интереснее. Да, интересно стало намного, да. Чуть по-другому все выглядит, да. Новые какие-то броня какая-то новая появилась. Не просто прокачивать, да, первая, вторая, третья там, да. Броня, к примеру, была в прошлой части. Тут разнообразные есть какие-то характеристики брони. Даже у нового оружия добавили. Тоже есть какие-то усиленные, улучшенные и тому подобное. Разные характеристики оружия, брони. Прикольно, новые монстры появились. Прикольная игрушка. Спасибо за просмотр. Такая серийка была. Согласен, перестеклал, тебе сложно, приятно, спасибо, громко это делает. В принципе, все. Такая серийка была. Увидимся в следующих сериях. Давайте.